Ребята, всем привет! В этом видео расскажу вам, возможно ли использовать блогеру вставки чужих видео, то есть кусочки чужих видео, небольшие фрагменты, реально использовать или все-таки за это можно получить страйк э, на канал или жалобу. Ребята, от себя скажу, уверенно все сто процентов, так как получал уже неоднозначно за 10 секундные э, вставки в свои ролики жалобы а также страйки поэтому я лично не использую я пересмотрел очень много видео youtube специалистов в том числе и видосы видосы из партнерских программ значит ну люди как бы говорят что можно использовать 10-15 секунд чужого видео вставлять эти фрагменты в свой видос вот и публиковать. Типа, как бы за это ничего не будет. Но на себе я уже проверил, что реально может прилететь жалоба. А в худшем случае может прилететь страйк. Поэтому желательно не использовать. И, иначе, сами понимаете, три страйка и ваш канал будет заблокирован. Поэтому не рискуйте. Теперь, значит, если вы начинающий видеоблогер на моем видеоканале есть вот плейлисты. Давайте зайдем. Сейчас вам покажу очень полезный плейлист. Вот называется плейлист YouTube. Сейчас я в него зайду и покажу вам, какие видосы у меня здесь есть. Эти все видосы из моей жизненной практики ютубовской. Ребята, всем привет! Сегодня в этом видео расскажу. Сейчас, ребята, минутку. Где хранить большой? Нажал на паузу. Сейчас я перейду в сам список видосов. И покажу вам, какие тут есть полезные видеоролики. Возможно, вам они пригодятся. Так, вчера опубликовал. Где хранить фото и видео в большом количестве бесплатно и безопасно. Если вы запис... ну, Со временем вы будете записывать видеоролики, если вы блогером будете, да? И не обязательно блогером, а какие-то домашние видео, их нужно где-то хранить. Вот, я в этом видео рассказал, где я храню свои видосы. Далее, значит, какой длины записывать видео на YouTube? Оптимальная длина видеоролика. В этом ролике вы сможете узнать всю информацию. Переходите, смотрите. Вот еще классный видос. Заработок на YouTube канале. В какие дни начисляя деньги, график платежей YouTube. Если вы уже подключили монетизацию, еще ни разу не получали деньги с YouTube, то в этом видосе вы узнаете, в какой день происходит значит зачисление, начисление, то есть э, в какой день приходят деньги в Google Adsense и в какой день эти деньги уже переводятся на ваш, на ваши банковские реквизиты. Далее видос вот есть интересный. YouTube канал украли мошенники. Что делать? Здесь я опубликовал значит свою рекомендацию, что в этом случае делать. Но вариант не стопроцентный, но все же можно попробовать. Также вот недавно YouTube разослал важное сообщение YouTube-блогерам о том, что сейчас очень много появилось мошеннических, мошеннических схем по угону ваших каналов. Так, вот еще классное видео-хайп на YouTube. Что это такое, как хайпануть? В этом видеоролике я вам рассказал, где брать хайповые видео, где отслеживать тренды. В общем, если хотите зарабатывать на хайпе, можете пробовать. Но это очень трудно, сразу скажу вам. Это нужно постоянно быть в курсе разных событий. Вот. Постоянно все отслеживать. Я так пробовал делать. Надолго меня не хватило. Также вот видео есть классное. Как стать блогером на YouTube и зарабатывать. Здесь я высказал свое мнение, видео 21 минуту 28 секунд, здесь я высказал свое мнение о том, стоит ли вам становиться блогером или не стоит, то есть посмотрите полезно. Также вот он видосик есть, как увидеть своих подписчиков на своем YouTube канале, здесь я рассказал как это сделать, но единственный минус ютуба в том, что можно увидеть подписчиков только за последний месяц и все. Бывают такие случаи, когда вы загружаете свой видеоролик и монетизация не включается. Появляется значок желтого цвета, доллар желтого цвета. Что это и с чем это едят, смотрите в этом видео. В этом видео. Значит, как сообщают, после 20 марта 2020 года Старый классический дизайн вообще исчезнет с YouTube площадки. Будет новый дизайн, который мне не нравится. Вот в этом ролике я рассказал вам. Существует миф о том, что ваш YouTube канал могут забросить в определенный черный список. Вот. Есть такой миф значит, рассказывают об этом блогеры. Ну, я лично убедился в переписке с YouTube специалистом убедился о том, что это все фигня полная. Можете посмотреть, я рассказал об этом. Также вот он видос есть о том, какую страну в Google AdSense нужно указывать обязательно. Если вы не подключили свой видеоролик еще, свой видеоканал к монетизации, то отнеситесь к этому вопросу очень серьезно. Так, вот он видос по поводу хейтеров. Кто они такие? И почему комментарии хейтеров полезны для видео на Ютубе? Если вы как-то сильно жестко относитесь к комментариям хейтеров, то в этом видео я рассказал, что не обращайте на них внимания. Эти комментарии даже полезны для вас, особенно когда ставят ну, оценку видео, если, допустим, увидели большое количество дизлайков. Это все равно влияет на продвижение вашего видео. Лайки и дизлайки они влияют на продвижение видоса. Вот здесь в этом видео рассказал вам, как подключить аккаунт, как подключить к аккаунту Google AdSense несколько каналов YouTube, как правильно это сделать. Все четкая видеоинструкция в этом видео. В этом видео я рассказал, как провести SEO-оптимизацию вашего видеоролика перед загрузкой на YouTube и после загрузки на YouTube. Как правильно все прописывать, где брать метатеги и так далее. А также будет полезно посмотреть, для чего нужны превью на видео YouTube, как ее сделать, в общем, как я делаю это все, посмотрите. Вот еще классный видосик «Музыка без авторских прав на YouTube». Вот полезное видео, посмотрите, если вы используете какую-то музыку в своих видеороликах то вы узнаете, где брать эту музыку. Вот видос есть о том, где посмотреть свой комментарий на YouTube под чужим видео, под чужим видеороликом. Иногда возникает ситуация, что вы, допустим, решили отредактировать свой комментарий, и нужно вам его найти и произвести редактирование, произвести изменения. Но найти не так уж просто, так что смотрите, вы узнаете, как это сделать. Бывают такие ситуации, когда вы загружаете свой видеоролик на свой канал, и появляется вот такая надпись. Осталось приблизительно 2 минуты. И, это... и эти 2 минуты могут быть и час, и 2, и 3. Поэтому посмотрите, как с этим бороться, что в этих случаях делать. В этом видео я рассказал вам, какую я программу использую для обработки видео перед заливом на YouTube канал. Как сделать, мон... как сделать самый простой монтаж видеоролика бывает, что вы снимаете одним цельным куском видео. В этом случае монтаж можно не делать, но если вы не будете вставлять какие-то там тексты и, и так далее. А если вы снимаете видео несколькими частями, несколькими кусками, то вот я использую эту программу для того, чтобы эти все куски соединить воедино и получить целый видеоролик. Так, вот YouTube канал блокировка за спам. Значит, вот такие письма рассылают мошенники. Значит, э, пишут, что якобы ваш канал может быть заблокирован за спам видеоролики. Нужно срочно пройти авторизацию для того, чтобы типа якобы администрация убедилась в том, что э, значит, э, что вы нормальный человек, как бы нормальный блогер, в общем, вводите свои данные, логин и пароль, и э, значит после этого всего ваш канал могут угнать. Так, ну и снизу тут еще вот пошли видосы. Значит, всякие ошибки ютубовские. YouTube Ютуб произошла ошибка, повторите попытку позже. Это глючит YouTube, а также вот бывает глючит YouTube, появляются вот такие вот обезьяны. И проявляется ошибка. Ошибка 500. Internal Server Error. В общем, переходите в этот плейлист, он так и называется YouTube. Это как бы своего рода такая бесплатная, бесплатная школа, если вы начинающий блогер, посмотрите эти видосы. Возможно, вы черепнете какую-то полезную информацию для себя. Все эти видео записывал из своей, из своей практики, поэтому информация проверена лично На этом все. Подписываемся на канал. Если понравилось видео, ставьте свои лайки, пишите свои комментарии под этим видеороликом. Всем до новых встреч. Пока-пока.